Евреи были изолированы, заключены в гетто. Варшавское гетто стало одним из самых больших и густонаселенных в Европе. Немногие из тех, кого вы видите сейчас на экране, доживут до конца войны. Немецкую оборону. Не хватало снарядов, не хватало людей. Пение окончилось жестоким поражением. 2 месяца неравной борьбы и 300 тысяч погибших. Октября 44 года. Руководитель восстания полковник Буркомаровский подписал акт о капитуляции. С трибуны Гитлер решил отомстить не только народу, но и самим камням польской столицы. Город был обречен на гибель. Польшу было суждено войти тем из них, кто вместе с бойцами советской армии сражался против главного. 12 января 1945 года. Зимнее наступление советских войск приближало конец гитлеровского рейха. Незадолго до этого союзники обратились к Сталину с просьбой всемерно ускорить наступление советских войск. Тогда союзные войска терпели поражение под Арденнами. И верные союзническому долгу, русские начали наступление на 2 недели раньше намеченного срока. Видели Варшаву. Казалось, потребуется не годы, не десятилетия, века, прежде чем забудутся беды, выпавшие людям и их городу, прежде чем возродится Варшава. Советская армия шла на запад, освобождая города Польши. Солдаты вышли к Балтике. В конце марта войска 2-го